Дорогие мои везунчики, сегодня хочу порадовать вас секретным боксом, осенним секретным боксом. Что-то я затянула с обзором на этот замечательный бокс. Между прочим, любые наборы по вязанию и боксы включают в себя мои фирменные вышитые лейблы. Так, это для шапочки. Вот такой еще лейбл входит в состав. Видите, золотым вышито, фирменные цвета, сиреневый фирменный цвет. Тоже полезная штучка. Ну что же, давайте с вами приступать, обсуждать, что же входит в состав этого замечательного бокса. Прежде всего, вы сможете попробовать связать изделия, а не просто, да, по клубочку какой-то пряжи. Вполне себе можно связать аксессуары. Ну и экономия 16% вы сэкономите вместо того, чтобы покупать пряжу отдельно. Если у вас особая нелюбовь к каким-то оттенкам, вы можете указать это в комментарии к заказу или написать нам на WhatsApp магазина. Только, пожалуйста, подписывайтесь на мой телеграм-канал Наталья Мастерс, но не обращайтесь туда так часто ко мне. Я сама магазином не занимаюсь. Звоните, пишите всегда в магазин, а не на YouTube-канал Наталья Мастерс и не на телеграм-канал Наталья Мастерс. Бокс составляет килограмм пряжи, вы получите 150 грамм. Представьте себе, ссылочка под видео в описании на него и также на всю пряжу по отдельности, которая входит в состав этого бокса, и продублирую в первом комментарии. Да, подписывайтесь на мой телеграм-канал, там море идей, всяких разных затей, обсуждений. Так что вдохновляйтесь этой осенью, зимой и давайте вязать. Вскоре мы обновим бокс «Инструменты», так что много интересного и необычного нас ожидает. Первое, с чего я хочу начать, что входит в состав этого классного осеннего бокса, это меринос инка в 100 граммах, 97 метров. Вот такие два клубка по 100 грамм. Настоящая прелесть. Недавно мы с вами вязали шапочку. Шапка простая, брешь. Очень и очень эффектная. И двух клубочков вам хватит на шапочку. Правда, не на брешь, потому что она уж очень теплая, и там нужно целых три клубка и супер объемная. Но на любую шапку с отворотом, без отворота, вам этого толстого, шерстяного, красивейшего варианта пряжи хватит с лихвой. Называется инка, фибра натура, объемная, теплая-теплая пряжа, новинка этого сезона, с классной палитрой оттенков, там красивые осенние цвета. Обратите внимание, например, я вам вот такой серенький покажу. Так, вот из этого оттенка я вязала. Вообще в двух линейках Sensational и Инка красивые розовые цвета. И вот этот цвет мне очень нравится. Розово-бежевый, редкий оттенок. Прелестный абсолютно. Сейчас я вам скажу номер. Номер 43025. Для осени и зимы беспроигрышный вариант, который подойдет абсолютно всем. Эта шерсть уже супер вош, то есть она не будет растягиваться, она восстановит свою форму после стирки. Сушить изделие на полотенчике, и советуют нам 6,5 спицы для этой толстой шерсти. Скоро выпущу обзор про тренды, но сейчас в тренде толстая пряжа. И опять-таки толстые объемные шапки, в тренде отвороты, любые и очень объемные, толстая пряжа, помпоны вернулись. Вот такие простые, всякие объемные шапки, в частности, в трендах. Смешные, ироничные шапки, шапки-кошки. Планирую для вас скоро еще одну шапку-кошку, очень интересную, раз уж вам так понравилось. Шапочку-кошку мы с вами вязали в две нити из пряжи, которую я обожаю. И вот один из самых крутейших оттенков. Кстати, мы только ходовые цвета кладем в секретные боксы. Не будет красного, не будет желтого. Вот таких цветов неоднозначных, которые редко приобретают. Только базовые варианты. Итак, это 23-й цвет. Тоже новинка. Итальянский шелковый твид. Обожаю эту пряжу, она мне очень-очень понравилась своей необычной бархатистой текстурой. Silk твид 60%, 65% мериносовая шерсть, 35% шелк, 50 грамм, 175 метров. Если вязать в одну нить, вещичка получится очень практичная,
приятная пряжа к телу. В общем, очень мне нравится. Это моя любимая новиночка. И в этой линейке красивые зимние оттенки. Ну, в частности, вот этот необыкновенный винно-бордовый цвет. Красивейшие синие и голубые. А как вам вот эта прелесть? Бруснично-бордовая. Слишком ярко сейчас выглядит. Неправильно передается цвет. Вот, сейчас правильно передается цвет. Вот так издалека. Видите, какой он? Скорее бордово-красный. Номер оттенка 24. Вблизи я вам вроде бы не все цвета показывала. Есть белоснежный. Есть чудесный светло-бежевый цвет. Очень-очень практичный. Черный. Так, приглушенный. Такой серо-мятный цвет. Очень интересный. 109. Вроде бы он серый, но в нем есть что-то такое голубоватое, мятное. Голубой. В голубом твидовость ярко видна. Такими маленькими белесенками. Это уже прям зимний-зимний вариант. Так, это номер 10. А предыдущий цвет 109. Так, и прекрасный классический бежевый. Цвет такой Burberry. Конечно, было бы удивительно, если бы в линейке твида не было бы классики. Английской классики. Английского классического оттенка. Прям палитра цветов чудесная. Смотрите, есть темный, есть светлый. Можно красивейшее сочетание использовать всю эту линейку, чтобы что-то составить прекрасное. Потому что это тоже тренд. Вернулись тренды на плечевые изделия, связанные широкими, красиво продуманными цветными полосами. Не из остатков, а продуманные красивые сочетания. В этой линейке вы можете этим насладиться. Вот прям даже клубочки сами ложатся. А еще я вот такой розоватый оттенок вам не показала. Он такой же, как я вязала шапочку из пряжи Инка, только чуть потемнее. Благородный оттенок. Так, это цвет 12. Сама его еще не видела, не разглядывала, поэтому интересно посмотреть. Так, по составу. Так, сколько у нас в боксе идет Silk Tweed? 4 моточка. То есть вы сможете связать себе снуд, вы можете связать себе бактус, вы можете связать шапочку или какие-то еще аксессуары. Все, что угодно вам хватит на изделие. И когда я вязала шапку-кошку из зеленого твида, здесь его нет, Silk Tweed, я добавляла одну нить. Так, это здесь у меня безумная яркая пряжа лежит от Вирджинии. Изумительный, бюджетный мохер Вирджиния. Конечно, не такие флуоресцентные цвета, хотя они в трендах, они потрясающие в этой линейке. Есть светящийся зеленый, флуоресцентный салатовый, да? Флуоресцентный оранжевый, флуоресцентный лимонный и флуоресцентный вот такой Барби трендовый оттенок. Я взяла вам свои показать, сколько у нас будет нейтральной Вирджинии. Это бюджетный мохер, но он очень-очень классный. Он очень пушистый, качественный. Вы останетесь в восторге от этого мохера и особенно от его цены. А в боксе этой новиночки у нас... Так, Вирджиния. В 25 граммах 225 метров. Здесь 30% мохер, 40% акрил, 30% нейлон. Класснющая огромная палитра цветов. И 125 грамм входит в состав бокса. 5 моточков. Представляете, как здорово. То есть вы сможете себе связать даже плечевое изделие из 5 мотков. Если у вас маленький размер, конечно, а не большой. В одну нить. Ажурный, прекрасный джемпер. Либо фантазируйте, вяжите. Я шапочку вяжу, по-моему, в 3 нитки. Мохер этот очень-очень пушистый. И есть меланжевые варианты. И главное, супербюджетный. По-моему, 200 с чем-то рублей всего-навсего. Клубок. Я вам советую эту пряжу. И он не колется. Он не колючий. Классный, классный, классный. Например, дорогущие есть мохеры, которые и у меня есть. Они уступают Вирджинии. Вот, например, мохер на полиамидной основе от Лана Гата мне не нравится. Вот, мне кажется, Вирджиния круче. Так, ну что же,
Далее моя любовная любовь. Это газал. Толстый, шелковистый, теплый мединос. Есть у меня популярная шапка. Правда, меланжевый оттенок горчицы. Тоже есть популярная шапочка на канале. Это газал Warm. И в наборе 3 шарфа, 3 берета. Тоже шарф и берет один связан из этой прелести. Так, сколько у нас Warm идет? Просто я тут смотрю список в боксе. Это 100% меринос ручного окрашивания. 2 мотка 300 грамм. Ну, класс. Много. Тоже можно связать шарф. Можно связать снуд, можно связать шапку, можно другие аксессуары, варежки связать теплые. Эта пряжа действительно шелковистая. Меринос Extra Fine. Она имеет такую приятную текстуру червячковую. Поэтому она и называется не от слова warm, тепло, а warm, червячок. Итак, еще и обычно, видите, в ручном окрашивании, обычно названия красивые. Здесь 120 метров в 150 граммах. Поэтому две пасмы вы получаете в секретном боксе. Палитра невероятная. И есть пряжа, которая тоже как бы у меня ассоциируется бесконечно с газал. Но она не входит в состав бокса. Юникорн потоньше. И это ровница, просто ровненькая. Тоже ручное украшение пасмы, но без вот этой классной текстуры. Она красиво выглядит в узорах. Так, оттенки сказочные. Есть моноцвета. Но, опять-таки, не устаю повторять, они живые. Они живые, они где-то потеплее, где-то посветлее. Есть у них игра, так как они окрашены не супер равномерно. Здесь великолепные горчичные, болотные оттенки. Ой, как классно черный выглядит в этой пряже. Захотелось из толстой черной пряжи что-нибудь стильное. Как он называется? Фантом. Видите, здесь есть название. Почему-то не у всех оттенков есть название. Ну, цвета классные, классные. Давайте посмотрим из того, что есть. Я вам напомню про существование этой красоты. Это, конечно, премиальные линейки Газал. И моя любимая пряжа. Еще есть Woolen Silk тоненькая. Но она не входит в состав секретного бокса. Это я просто рассуждаю о моих любимых видах пряжи. Вот Газал в пасмах. Итак, вот здесь нет названия. 150 грамм. Смотрите, какие зеленые переходы. Это что-то невероятное. Еще столько на выбор. Вот изумрудные. А здесь приглушенные. А здесь немножко с холодными зелеными изумрудными. Ой, ну это просто что-то. Что-то с чем-то. У меня много-много любимцев. Красивые фиолетовые цвета. Теплые фиолетовые, холодные фиолетовые. А как вам вот такой ягодный меланж? Всегда обращаю внимание, знаете ли, на меланжи с белым компонентом, или молочным, или очень светлым. Они всегда освежают. Освежают и смотрятся как-то легко и воздушно. Так, здесь есть название. Так, Пенси. Почему не на всех линейках есть? Ох, скоро мы с вами на Boysenberry. Мы с вами дождались очень дорогой линейки. Новая симфония она называется. И наконец я довяжу шаль листьями. Была поставка. Сегодня мы выставим все эти линейки сказочные. Луна, Терра. Луна, Терра. В общем, много будет красоты. И продолжим вязать шарф осенними. Ой, не шарф, а шаль осенними листьями. Так, две пасмы. Газал. Так, лейблы я вам сказала. И, наконец, это классная пряжа. Бобинная. Называется она Джиунка. И состав замечательный. И приглушенная интересная палитра. Сейчас я вам покажу те цвета, которые есть. Это меринос 55%, ангора 25% и 20% полиамид. Практичная рабочая лошадка. И вы получите 300 грамм этой прелести. В 100 граммах 500 метров. Так, фабрика-то у нас какая?
Посмотрите, посмотрите на сайте. Что-то я здесь не вижу. А, Зегна Баруфа. Знаменитая фабрика. И перед вами Тауп. Оттенок Тауп. Так, что еще хотела вам рассказать? Вот что. Недавно девушка даже писала тоже в Телеграм мне зачем-то. А дело в том, что когда вы хотите выбрать какой-либо вам нужен розовый цвет, вы на сайте магазина пользуетесь сортировкой, вбивайте розовый. И вам все в какой-то мере розовые тона выпадут. А таупы обычно относятся к коричневым цветам. И, в общем, немножко перепутала девушка, выбрала тауп, такой розово-бежево-коричневый темный цвет. Вы, наверное, знаете, 162-й от Veltus. Недорогая пряжа, мой любимейший оттенок. А она ждала прям коричневый классический, потому что в сортировке был коричневый. Но коричневых-то сотни вариантов. Просто для удобства сортировка и меланж. Сортировка разноцветная, и вам выпадают все меланжи. И бобинная пряжа, и клубочные, разные фабрики. И все, если вы хотите искать по цвету. Так, вот такой красивый оттенок. У меня тоже он ассоциируется с зимой, с осенью. Приглушенный, изумрудный. И он достаточно темный, видите, выглядит ярко. Прекрасный молочный. И будет вам отмот. А вот еще один тауп, более розоватый и более светленький. Ушло солнышко, поменял цвет. За что любят тауповые оттенки? За то, что не всем идут, всегда смотрится дорого, нетривиально. И самое главное... Они парадоксальные. Они то серые, даже вы сейчас видите, то сиреневые, то серые. Меняют цвет просто от дуновения ветра, я бы сказала. Так, а вот здесь еще один интересный оттенок. Серо-полынный, тоже хамелеончик. Вот такой цвет. Проходите в магазин, если вас заинтересовала эта пряжа. Она недорогая, но очень и очень классные, красивые нейтральные цвета. Так, если у вас какие-то особые антипатии, если вы приобретаете бокс, вы можете написать свое пожелание. Например, не выношу тауп или что-то еще. Или серый не люблю, или белого лучше избегать, или там люблю яркие цвета. Можете написать, мы стараемся учитывать ваши пожелания. Вот такой состав бокса. На днях продолжение шали. Я очень ждала пряжу, потому что начала ее вязать из этой симфонии. Дорогущий. Пряжа будет дорогая, но невероятная. Невероятные такие оттенки. Сегодня выставим, тоже посмотрите. И, наконец, я смогу продолжить шаль и выпустить наборы по вязанию этой шали. И интрига, как же соединить листья. Я вам покажу, как именно я соединила их. Надеюсь, обзор оказался полезным. Доставляемый по всему миру, без исключений. Поэтому пользуйтесь такой возможностью. СДЭК, Почта Россия, бокс бери. Может быть, еще что-то там уже у нас придумано. Я даже не знаю. Стемнело, солнышко зашло. Я вам желаю много полезных, приятных, расслабляющих вязальных минут. Счастья, удачи и скоро увидимся. Не забывайте подписываться на мой телеграм-канал. Ссылочка тоже будет внизу в описании под видео. Ну и скоро будет еще больше обзоров пряжи, потому что есть что снимать, поверьте мне.